Сегодня ищет любящую семью этот замечательный пес по кличке Байкал. Байкала нашли возле железнодорожных путей. У него была повреждена лапа. Впоследствии ее пришлось ампутировать. Но это нисколько не мешает псу. Он, как и другие собаки, бегает и резвится. Он очень любвеобильный, ориентирован на человека, веселый, сплошной позитив. Несмотря на то, что у него нет лапки, он очень хорошо приспособился бегать на трех. Он очень веселый, позитивный. И вот если вы хотите сделать действительно доброе дело и подарить себе счастье, Байкал как раз для вас. Если вы хотите стать любящим хозяином для Байкала, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33.